Всем привет, друзья! На канале очередной конкурс. Правила все так же предельно просты. Быть подписчиком канала. Подписку я буду проверять. Под данным видео ставим комментарий плюс один, без каких-либо надписей, просто плюс один. И ждем 7 марта, когда я подведу итоги с помощью рандомайзера. Определим победителя. Первый приз у нас Куроколер. Универсальная моталка. Здесь у нас различные диаметры. 3 мм, 3,5 мм. Также 2 мм и 2,5 мм. Различные насадки, в том числе и шестигранный ключ, с помощью которого можно регулировать эти винтики. Обычный омметр, самый дешевый, которым я пользовался и который запечатлел на многих предыдущих видосах. Два ароматизатора от КХП, КХП Кола и КХП Тирамису. И также клон Дрипки Петри, выполненный полностью из нержавейки. Довольно неплохая копия. Без гравировок. И, само собой, с двумя стойками. Если вы не из России, в принципе, вы можете участвовать, но в таком случае вам придется оплатить доставку. Если же вы из России, то доставку я оплачу сам и отправлю все это добро заказной бандеролькой за свой счет. Участвуем, ждем 7 числа. Всем спасибо. Пока-пока.